мы выходим от ребят. Привет, Женя. Тоскучий динозавр. Он идет на пролом. И купили новые кроссовки. Это же я. Идем смотреть первую квартиру. Мы вчера посмотрели квартиру. Мы одну квартирку, которую должны были посмотреть вчера, пойдем посмотрим еще сегодня. За сентябрь, так как мы переоформляем, а это 2600. Хайфа, это куча лестниц. Ика, камни! Камни! А мы выходим от ребят и отправляемся к другим ребятам. Мы тут идем к ребятам по какой-то очень красивой улице. Тут типа частные дома. Давай пройдем. Попугай. Красивенько. Где? Вот уже это на... А, вижу. Лежит, балдеет. Привет, Женя. Привет. Мы знакомы уже. Ребята привели нас в кафешку. Мы с Данилой хотим взять вон эту штуку по километру шей. Так, тут вообще целая куча всего разного. Выглядит очень вкусно. Вот такую красоту нам сделали. Там фисташки, а тут белый шоколад в маленьком этом. И я еще взяла маленький рожок с шоколадным мороженым. Тут какое-то место с кучей динозавров. Это типа парк из периода. Такая еще трансформеры стоят почему-то. Вот там и там вон один. У нас очередной вечер на столочек, конечно же. Раз. Это я. Я был. Я предупреждаю. Ну, мне... Женя. Он идет на пролом. Да, и ты у меня по головам. Карточка, сегодня... У нас сегодня 17 июля. Мы приехали к другим моим друзьям, знакомым. В общем, тут я возила ребят на таглит, они предложили встретиться, ну и вот мы у них в гостях сегодня ночуем в Ришоне, в Лиционе. Но на самом деле поняли с Данилой, что немножко уже устали, и даже хочется вернуться обратно в гардероб, в котором мы спим. Вот, ну, в принципе, сегодня вот мы целый день одни и можем просто отдохнуть. Не думаю, что мы куда-то пойдем днем, потому что очень жарко, 35 градусов. Максимум, наверное, мы выйдем вечером, когда ребята придут с работы. Вот, но пока отоспались, потому что в Тель-Авиве мы гуляли просто всю ночь. И вчера я встала пораньше, чтобы помыться. И, конечно же, не выспалась. Вот, и после Тель-Авива до сих пор такая легкая усталость есть, хотя мы как бы даже не пьем, ничего такого не принимаем, просто веселимся на том, что нам хорошо. Вот, хотя Даниле было достаточно скучно, потому что мы пошли в клуб, и в клубе он не любит сидеть и вообще что-то такое делать. Вот, но мы потанцевали, а там все курили все, что только можно. Это, конечно, мне не очень понравилось, потому что они курят прямо возле тебя. Нет такого, чтобы отойти в сторону, не мешать, не дымить. Вот. И парочке человеку пришлось показать прямо так вот, что нет, не подходите ко мне. Вот. Но так, конечно, было хорошо. Вот.
На самом деле от Оли и Давида даже не хотелось уезжать. У них очень уютно, приятно. Надеюсь, что они нас еще позовут в гости. Мы вышли прогуляться. Мы тут, короче, не поняли, как идти. Вот. В Израиле ужасная жара, поэтому днем мы не выходим. Мы выходим после 5 вечера, чтобы было хоть чуточку легче. А это вот такая дорожечка над парком. Там внизу есть всякие дорожки, тропинки, велодорожки. Оп, смотрите, тент. Сейчас, правда, нет тени. Ну, такая, в принципе, есть, но это удобно. Мы тут пришли в Колумбию и купили новые кроссовки. Даже круче, чем я хотела. Они тоже вентилируемые все такие, и они бежевенькие, и даже с розовеньким. Короче, идеально подходящие под мой образ. Вот. Отдали где-то 600 чем-то шекелей. Вот, но супер. Мы пришли в Лего-магазин. Тут вообще очень здорово. Мы уже все-все-все посмотрели. У меня нет памяти, чтобы что-то записать. Вот. Но я нашла себя, свою голову. Это же я. Мы продолжаем наше путешествие, но уже на пути домой. Мы сейчас все еще в Ришоне. Вот. И сейчас выезжаем в Тель-Авив, а потом из Тель-Авива на поезде до Хайфы. Вот. Уже даже немножко устали. А мы в поезде. Где-то едем по Тель-Авиву. Сейчас стоим, конечно, в станции. Тут станция за станцией идет. Но мы пришли к выводу, что поезда вообще просто супер класс. Супер ездить на поездах. На поездах меня не укачивает хотя бы. И можно еще параллельно что-нибудь хоть делать. И стоит это не так дорого. Что-то 27 шекелей за одного. Четверг, 20 июля, и мы идем смотреть первую квартиру. Мы вчера сидели целый вечер, смотрели разные объявления. Вот. Сегодня идем смотреть первую. Телемаль. Просто да, знакомые. По-разному говорят, Дедах Навишанан или Телемаль. Ну не колеса. Нет, это уже. Это уже не хорошо. Нет, это даже маленький балкончик. Ой. Не, ничего. Да, я просто... Уже пятница. Мы вчера должны были пойти смотреть квартиры еще одну квартиру. Но нам подкинули вариантик дешевой аренды до осени. Вот, с условием того, что нам нужно будет что-то подремонтировать. Сегодня вот пойдем смотреть. Вот. А так в итоге с Данилой никуда не ходили. У меня болел живот. Вот, и мы просто сидели, смотрели мультики, стримы, я там повязала, повышивала немножко, вот, так вот провели вечер. По вязанию я вообще, кстати, хорошо продвинулась, быстро вяжется, вот, то есть уже, в принципе, выглядит как маленькое платьице такое вот, но должно быть длинное, вот, так что продолжаем, вот, ну и по вышивке тоже уже туда-сюда. И скоро закончу. Вот листики уже почти все, тут парочка деталей осталось. И вот переходим на стаканчик, еще вторая веточка тут будет такая.
Мы выехали, и нужно доехать с пересадками на автобусе. Так забавно. Короче, нас высадили вот здесь. Но тут вроде как есть значок остановочки. Пацаны просто по кругу, короче. Короче, это реально оказалась остановка, и тут вообще стоянка автобусов. Мне понравилось, как выглядит, ой, все вот там. А мы добрались. Тут, конечно, виды хороши. Неплохо вот там. Вот тут вот все выглядит красивенько. Но, сейчас я покажу но. Ладно, так не сильно видно. Вот там. Зачем это делают люди, вообще непонятно. Мы посмотрели квартиру, только я забыла мне это снимать. Но, в принципе, мысленно мы уже, конечно, согласились. Нам осталось дождаться ответа хозяев квартиры. Вот, они нам должны сегодня-завтра дать ответ. Ну, сказали, что они ответят положительно. Просто нужно дождаться их ответа. Мы идем посмотреть другую квартиру, потому что по той же нам еще не дали ответ. Вот. Мы одну квартирку, которую должны были посмотреть вчера, пойдем посмотрим еще сегодня. Там, конечно, цена повыше. Ребята очень приятные. Да, ну ребята очень приятные, хочется с ними встретиться. Ну, не то, что встретиться, просто мы обещали. Ну да. Заехать не хочется, только как-то и убрались в квартире. В общем, надо сидеть. Некрасиво получается. Да. Но райончик тут, конечно, приятненький, красивый. А еще там вид на порт. Смотрите, какой тут спуск сквозь цветы. Нам куда-то нужно вниз спуститься. Но вот видок такой красивый. За сентябрь, так как мы переоформляем это, это 2600. Сразу у вас никто ничего забирать не будет. Это спишется только... У нас суббота, и мы вышли погулять в Хайфе на детскую площадку. А там Данила качается. А где-то там за горкой Эммануэль с Лешевой. Ну, их не видно, но вы знаете, что они там. А если ты посмотришь дальше, вот Ако, а вон дальше идет еще вот оттуда, куда видно. Это Роса Некра. Гора? Нет, это не гора, это самый-самый конечный залив. Край залива. Это находится внутри пещеры, очень интересно. Там есть экскурсии. Вот это вход в подъезд, а дом внизу. Прикольно, да? Там тоже получается. Да, я вижу. Мы вот ходили где-то там внизу, а теперь поднялись наверх. Вообще, я тебе скажу, это не мусор. Птичий дрон.
Да. Что там видно? О, лес, смотри-ка. Стоп, я потеряла линзочку. Хайфа — это куча лестниц. Какие-то джунгли. Кто-то живет так вот, миленько. Такие входы, садики, цветов, целая куча. Вообще. Ну, может, ты покушать принесла, ты не принесла? Ну, это... Пошли, он сейчас наберет кушать, у нас кушать нет. Пойдем, он ждет маленькая. Лестница. Еще лестница. Мы все еще идем. Дерево красивое. А вот эти птицы смеются, как люди, ну, типа, звуки издают. Вика! Снимай! Вика, человек, смотри, идет, блядь, человек! Ничего. Тебе нравится за ушком, когда чешут? А третью с крыши не закрываем. Крыша должна быть другая сторона, правильно? Не так, как на земле закрывается? Что ты мне вообще в субботу? Блин, я не понимаю, ну кто из нас кипу носит? Ты не почему должен ты о работе трезвый? Вообще разговаривать. Почему ты трезвый? Я пьяный, просто... блядь. А ты почему трезвый я идет? Был, скажи, я был ради... пьян вчера, сегодня до обеда. Я только проснулся. Мне надо вот подругу везти домой сейчас. Нет, спасибо. Между прочим, я снимала вас почти на каждой лестнице. Снимала? Да. Снимай час. Иди сюда, двумя руками поймаешь. Что я сегодня психанула. И вот у нас, конечно, уже 11:30, но я делаю драники. Картошка оказалась вообще что-то какой-то не такой. Вот, ну еще другая сковорода. Вот, короче, все не так. Они немножко разваливаются. Вот, но будем надеяться, что это съедобно. По квартире нам все еще не ответили. Мы ждем ответ завтра. Вот. Пока что живем, ребят. И продолжаем жить. Вот. Надеюсь, что это видео было вам интересно. Где-то полезно. Вот. Ну, увидимся уже в следующем. Пока.